Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Варлаама, пустынника и Асафа, царевича индийского и его отца Авинира. В Индии, некогда получивший христианскую веру через благовествование святого апостола Фомы, правил царь Авинир, идолопоклонник и жестокий гонитель христиан. Долго не было у него детей. Наконец, родился у царя сын, названный Иосафом. При рождении царевича мудрейший царский звездочет предсказал, что царевич примет гонимую его отцом христианскую веру. Царь, желая предотвратить предсказанное, приказал выстроить для царевича отдельный дворец и распорядился, чтобы царевич не услышал ни одного слова о Христе и его учении. Достигнув юношеского возраста, царевич испросил у отца разрешение выезжать за пределы дворца и увидел тогда, что существуют страдания, болезни, старость и смерть. Это навело царевича на размышления о суетности и бессмысленности жизни, и он стал пребывать в тяжких раздумьях. В то время в далекой пустыне подвязался мудрый отшельник, преподобный Варлаам. Божьим откровением он узнал о страждущем в поисках истины юноше. Выйдя из пустыни, преподобный Варлаам под видом купца отправился в Индию и, прибыв в город, где находился дворец царевича, объявил, что привез с собой драгоценный камень, обладающий чудодейственными свойствами исцелять болезни. Приведенный к царевичу Иосафу, преподобный Варлаам стал излагать ему христианское вероучение в виде притч, а затем и от святого Евангелия и святых апостолов. Из наставлений Варлаама юноша уразумел, что драгоценный камень есть вера в Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и пожелал принять святое крещение. Окрестив царевича, преподобный Варлаам заповедал ему пост и молитву и отошел в пустыню. Царь, узнав, что сын его стал христианином, впал в гнев и скорбь. По совету одного из вельмож, царь устроил прения о вере между христианами и язычниками, на которое под видом Варлаама явился маг и чародей Нахор. Нахор должен был признать себя в прении побежденным и таким образом отвратить царевича от христианства. Через видение во сне святой Иосаф узнал об обмане и пригрозил Нахору лютой казнью, если тот окажется побежденным. Убоявшийся Нахор не только победил язычников, но и сам уверовал во Христа, раскаялся, принял святое крещение и удалился в пустыню. Царь пытался отвратить сына от христианства и другими средствами, но царевич преодолел все соблазны. Тогда по совету вельмож Авинир выделил сыну половину царства. Святой Иосаф, став царем, восстановил христианство в своей стране, отстроил заново церкви и, наконец, обратил христианство своего отца, царя Авинира. Вскоре после крещения царь Авинир представился, а святой царевич Иосаф оставил царство и ушел в пустыню на поиски своего учителя, старца Варлаама. В течение 2 лет странствовал он по пустыне, терпя напасти и искушения, пока нашел пещеру преподобного Варлаама, спасавшегося в безмолвии. Старец и юноша стали подвязаться вместе. Когда приблизилось время кончины преподобного Варлаама, он отслужил литургию, приобщился святых тайн и причастил святого Иосафа и с тем отошел ко Господу. Пробыв в пустыне 70 лет из прожитых 100 лет, совершив погребение старца, святой Иосаф остался в той же пещере, продолжая пустыннический подвиг. Он пробыл в пустыне 35 лет, отошел ко Господу, достигнув 60-летия. Преемник святого Иосафа по царству Варахия, по указанию некоего отшельника, нашел в пещере нетленные и благоуханные мощи обоих подвижников.
перенес их в свое отечество и предал погребению в церкви, воздвигнутой преподобным царевичем Иосафом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых пророка Авдия, мученика Варлаама, святителя Филарета, митрополита Московского, преподобного Варлаама, игумена Печерского в Ближних Пещерах. Празднуется обретение мощей преподобного мученика Адриана Пашихонского Ярославского, мучеников Азы и с ним 150 воинов, мученика Илеодора, преподобного Илариона Грузина, чудотворца, преподобного Порфирия Кавсака Левита, священномученика Иоанна Вишневского Пресвитера, священномучеников Порфирия, епископа Симферопольского, Иосафа, епископа Чистопольского, Сергия Махаева, Михаила Дмитриева, Александра Мишутина, Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Александра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона Кривошеева, Иоанна Флоровского, Якова Бриллиантова, Дмитрия Куклина, Иакова Передерия Пресвитеров, преподобного мучеников Иосафа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра Мамонтова, Герасима Сухова, Михаила Кванина, мучеников Валентина Корниенко, Петра Антонова, Леонида Салькова и Тимофея Кучерова. Совершается празднование икони Божией Матери, именуемой в скорбях и печалях утешения. Все, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.